Вот, ребята, еще один пример. Значит, из дома, когда выходим, надо закрывать, ребята, где счетчик там. Ну, значит, подачу надо закрывать, перекрывать, ребята. Я на этот шланг, честно сказать, давно смотрел. Он уже надулся, это горячая вода. Вот. Значит, хорошо, жена ушла из дома, ребята, и... Ну, закрыла, короче. Она знает, где закрывается вода. Вот так вот. Сейчас я... Знаете что, ребята, вот я... зашел домой. Кран открыл. Руки мыть зашел. Ну, в туалете кран зашел. Руки мыть. Выхожу такой, ну, звук такой. Кш-ш-ш, такой звук. И все. Он уже успел вот нагадить.